собрание меня по местным соборам Русской Православной Церкви, патриархом московским и всея Руси приемлю, благодарю и немало вопреки глаголю. Быть на раме Его, с нами.
небесный, подобен ангельские пред дите силы, от матерних пелен мудре.
Вглядываюсь я, здесь
дыхание затая, ночные окна вглядываюсь я. Я могу под окнами мечтать, я могу, как книги их читать, и заветный свет храня, и волнуя, и маня, они, как люди, смотрят на меня. И заветный свет храня, и волнуя, и маня, они, как люди, смотрят на меня. Я, как в годы прежние опять, под окном твоим готов стоять, и на свет его лучи я всегда спешу быстрее, как на свидание с юностью моей. И на свет его лучи я всегда спешу быстрее, как на свидание с юностью моей. Я его яснее нет московских окон негасимый свет. Thank you.
Я хотел бы сердечно поблагодарить всех организаторов, исполнителей и всех вас, мои дорогие, за то, что вы были вместе со мной на протяжении этих 10 лет и, надеюсь, будете вместе со своим патриархом. И будем... И будем Бога просить, чтобы Он открыл перед нами
путь в будущее, на котором не может не быть трудностей, но который непременно должен нас привести к тем целям, которые сам Господь указывает всем нам, своей Церкви и нашему благочестивому народу. Всех вас сердечно благодарю.